В начале выпуска напомню о голосовании. Сегодня в нашей группе ВКонтакте «Девятка ТВ Киров» шел опрос. Мы решили узнать, реально ли по суду получить достаточную сумму компенсации за испорченное имущество из-за коммунальных проблем соседей или дома. Варианты ответов. Да, если найти хорошего адвоката. Скорее всего, да, но на это нужно потратить много времени и, опять же, денег. Нет, это бесполезные траты. Также в комментариях можно оставить свой вариант ответа. У вас еще есть время повлиять на результаты опроса. Итоги узнаем скоро, а пока перейдем к новостям.